Шестиконечная звезда принадлежит, конечно же, никакому не Давиду. Она принадлежит именно богу Велесу. И она зафиксирована еще в тех археологических культурах, которые были на несколько тысяч лет раньше тех народов, в кавычках, которые породили иудаизм. Иудаизм, напомню, был сформирован в конце 19 века. Собственно, как иудейский символ, шестиконечная звезда начала использоваться тоже с 19 века. Впервые она появилась на могиле Ротшильда, если я правильно помню, или Рокфеллера. Очень скользко. Блять, поехал! Тихо. Ну вот аккуратно, видишь? Вот, не участвовал в экстриме? Нет, не участвовал в зимних олимпийских гор. Давай, иди лево, левее, вот сюда. В зимних олимпийских играх я не участвовал. Залезай, вот для пенек. Да, попробуем.